Мы рассчитываем, что наконец-то мы проедем по центральным улицам нашего города. Мы будем ехать по проспекту Ленина с остановкой технического университета, где у нас будет фотографирование. Многие нас увидят, смогут присоединиться к этому проекту. Он набирает обороты. Это совершенно замечательно. Кстати, Барнаул стал первым городом в Сибири, где вслед за Санкт-Петербургом начали проводить такие костюмированные велопробеги. Для участия не требуется никаких финансовых вложений, лишь соответствующий внешний облик. Старт назначен на 13 часов. Сбор у Музея литературы, искусства и культуры. В этом году у нас есть очень необычный, неожиданный партнер. Это замечательный большой пудель Злата, который будет фотографироваться со всеми участниками. Мы прямо не ожидали такого чудесного партнера. Я думаю, что она украсит достойным образом наше мероприятие.